периимплантит. Это воспаление тканей, окружающих дентальный имплантат. Это связано с пародонтопатогенными бактериями и сопровождается резорбцией кости, поражением мягких и костных тканей в области имплантата. Переимплантит характеризуется болью в области имплантата, гиперемией и отеком десны, образованием десневого кармана, кровотечением или гноетечением, подвижностью конструкции. Для диагностики переимплантита и его степени используют рентгенографические исследования и 3D-дентальную компьютерную томографию. Лечение проводится поэтапно. Первое. Консервативный этап. Включает в себя удаление зубных отложений и устранение воспаления. Второе. Хирургический этап. Включает очистку поверхности имплантата и костную пластику. В некоторых случаях может потребоваться удаление имплантата с последующей реимплантацией после необходимого лечения. Причины переимплантита могут быть связаны с плохой гигиеной в послеоперационный период, невыполнением рекомендаций врача, неправильно подобранным имплантом. Важно отличать переимплантит от мукозита, который представляет воспаление прилегающего к имплантату участка слизистой без признаков убыли костной ткани. Дентальная имплантология – активно развивающееся направление современной стоматологии. И вопросы успешности дентальной имплантации и профилактики осложнений имеют особую значимость. При этом ответственное отношение пациента к рекомендациям врача имеет большое значение для успешной остеоинтеграции импланта.